Несмотря на все слухи касательно поддержки технологии объемного нажатия 3D Touch, в новом Android N на грядущей конференции Google I.O. ее презентации не будет. Об этом сообщили в агентстве Recode. Согласно данным агентства, в Google ведутся работы над созданием собственного аналога 3D Touch, но, скорее всего, до финального релиза этой возможности еще далеко. Поэтому компания не будет презентовать новую функцию во время ближайшей собственной презентации. Более того, 3D Touch не войдет в базовую комплектацию активного разрабатываемого Android N. Как считает Recode, функция объемного нажатия появится уже в Android 7.1, которая по логике вещей будет первым серьезным обновлением после официального релиза Android N. Кстати, сама новая операционная система может быть представлена уже на днях, как минимум во время Google I.O. Ожидают название, даты ее точного выхода.